Ваше Блаженство, дорогой Владыка, мы рады приветствовать на нашей Святогорской земле предстоятеля Украинской Православной Церкви. Ваш приезд всегда величайшее утешение для православно верующего народа Донбасса. Мы поздравляем сегодня вас с торжеством, с 25-летним юбилеем возрождения духовной жизни в нашей святой обители и, конечно же, с памятью всех преподобных отцов и живых святых горах просиявших. И мы надеемся, что ваши молитвы святые, соединяясь с молитвами преподобных отцов, даруют мир и благополучие нашему многострадальному Отечеству, нашей святой земле. Исполайте деспота, Владыка, всех вечных и нетленных благ и многое благое лето. Праздником.
Пресвятителю, иже за милосердие беспрекладные милости Твоия, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, Сам Владыка человеколюбчий, прими и нас, грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемые, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, Владыко. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся. Возвышение мира и спасение душу нашей, Господу помолимся. Во мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся. Святим храме, семи с верой и благоговением и страхом Божиим, ходящих в они, Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашим, святейшим патриархе Кириллем, о Господине, Отце нашим, блаженнейшем митрополите Ануфрием, о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Агапангелем, о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Иларионем, о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Павлем, о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Митрофанием, о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Антонием, о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Ануфрием, о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Арсении, о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Митрофане, о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Елисее, о Господине Высокопреосвященнейшем архиепископе Алипии, о Господине Высокопреосвященнейшем архиепископе Варнаве, о Господине Высокопреосвященнейшем архиепископе Феодоре, о Господине Высокопреосвященнейшем архиепископе Пантелеимоне, о Господине Высокопреосвященнейшем архиепископе Александре, о Господине Высокопреосвященнейшем архиепископе Владимире, о Господине Высокопреосвященнейшем архиепископе Никодиме, о Господине Высокопреосвященнейшем архиепископе Клименте, о Господине Преосвященнейшем епископе Иннокентии, о Господине Преосвященнейшем епископе Ефреме, о Господине Преосвященнейшем епископе Диодоре, честнем пресвитерстве во Христе Иаконстве, о всем притче и люди Господу помолимся. Стране нашей, власти и воинстве, Господу помолимся.
народе сим, всяком граде, стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. Сварение воздухово изобилие плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении и Господу помолимся. Нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Поступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувшим, сами себе и друг друга, и ведь живот наш Христу Богу предадим. Подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Благослови Господа все дела Его, на всяком месте Владычества Его. Слава Отцу и
Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Твоя держава, и Твое царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Yeah.
«Умерите же меня, умертвивый плод! Христос есть древо животное, от него же я дыни умираю, но вопию с разбойником. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Дря Адамова рукописание древнего греха загладил еси, и спаслися от прелести весь род человеческий. Тем же воспеваем Тя, благодетелю Господи. Блаженни, Господи, заплати нас меня землю. Пригвоздил еси на кресте щедрые грехи наши Христе, и Твоею смертью и смертью мертвил еси, воздвигнув и умерший из мертвых, тем же поклоняемся Твоему святому воскресению. Блаженни, алчущи жаждущи правды, яко-ти во сына. Излияния от змей в слухи явины иногда, Христос же на древе крестнем источил еси мирови жизни сладость, тем же взываем, помяни нас, Господи, во царстве Твоем. Блаженни, милости ли, яко Ти помилование Бога. Твое вещественных явлений, законоположник, возбранися разумети, и великое пречистое таинство, не мудрствовать и земноревностное, образно наказуем иногда, тем же удивься чудес и глаголаше, благословен Бог, Отец наш. И мысленную телествицу боголепно лик божественный пронарече. От тебе бо камень отсечеся, но не руками мужескими, и дверь ею же пройди, Господь, и же чудес Бог Отец наш. Сотворив и преславное неплодней утробе, отверзи Анны нерождающая ложесной плод ей дав. Ты же Бог, ты Боже святый, ты Сыне Девы, ты от сия плоть приял еси, присно святущая Девы и Богородицы. Блаженни, заливоты рои, яко не несла свой бездны, отверзая ю, вознося и воду во области, кидая и дождь, ты давай, Господи, от неплодного корени, прозябнути Анны святые причист плод, и родите Богородицу. Крапление великих подвиг ваших отцы победили есть и бесов лица, распеншемуся нас ради Господу угождающий преподобни. Радуйтесь и веселитесь, яко за ваша нога на небесе. Стяжавшие от благодателя Бога дар приясти богатно, и сего подаете требующим преподобней. Дарований наполнившиеся духовных отцы, неприязненные духи повинусти, яко умны и разумны, к Богу отнюдь прилежасте. И мы близко, и во веки веков. Аминь.
страсти, исцели бесстрастие, бывший источник, просветившее лики преподобных, Отец, Рождеством Твоим.
Твоим след. Отвернись, разбойник, урой, миру носи, заплать приложил Иси. И апостолам проповедовать не повелел Иси. Yeah.
Бог добродетельным житием просвещий, дерзновением до спаса стяжа. Молитесь о Господу за ветеранные люди, любовью священный ваш собор почитающий, и верою вопиющий. Радуйтесь о предложении и Бога Господня. Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивые и услышаны. Посети виноград сей и утверди, и его же насади, десница Твоя. Аминь.
Господи, люди Твое, и благослови достояние Твое. Спаси, Господи, люди Твое, и благослови достояние, достояние Твое. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчишь от меня. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние, достояние Твое. Рокимен глаз седьмый, честно пред Господем, смерть преподобных Его. Книгами писок вам моею рукою, еле се хочет хвалитесь по плоти, син модят вы обрезатесь, то, чьё да не крестом Христовым гонятся. Не побрезающиеся сами закон хранят, но хотят вам обрезывать все до вашей плоти похвалятся. Мне же да не будет хвалиться, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Им же мне мир распяся и аз миру. О кресте бо Иисусе не обрезание, что может, ни не обрезание, но новотворь. И елице правилом всем жительствуют. Мир на них и милость, и на Израиле Божий. Прочие труды да никто же ми дает, а с боязвы Господа Иисуса на теле моем ношу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим, братие, аминь. Братья, плод духовный есть любви, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, а иже Христове суть, плоть распяша со страстями и похотями,
Още живем духом, духом и доходим. Не бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще. Братья, още впадет человек в некое прегрешение, вы духовно исправляйте такового духом кротости. Блюди себе, да не ты искушен будешь. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. И Духове Твоим, аллилуйя, 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 вознесох избранного от людей моих. Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Бог молитвами святого славного всехвального апостола и евангелиста Иоанна Богослова да даст тебе глагол благовествующему силою мною во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. Взыди на небом, токмо же ды с небесе Сын человеческий, Сына небеси. И яко же Моисей вознеси змею в пустыне,
Так подобает вознесися Сыну Человеческому, да всяк веруя Его не погибнет, но има живот вечный. Так возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк веруя Его не погибнет, но има живот вечный. Не послабо Бога Сына Своего мир, да судит мирови, но да спасется и мир. Во время оно ста Иисус на месте равне, и народ ученик Его, и множество много людей, отцея Иудеи и Иерусалима, и по морю Тирска и Сидонска. И же придоше послушайте Его, и исцелитеся от недух своих, и страждущий от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искаше прикасатися Ему, яко сила от Него исхождаше и исцеляше все. И то и возвет очи свои на ученики свои глаголаше: блаженны нищие духом, яко ваше и царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, яко насытитесь. Блаженны плачущие ныне, яко восмеетесь. Блаженны будете, когда возненавидят вас человеки, и когда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого роди, возродуйтеся, тойте ним и взыгройте, себо мзда ваша, а много на небесе. Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, воскресный день, когда мы прославляем и снова величаем великое таинство светлого Христового воскресения, через которое человек получил вечную жизнь. И сегодня Святая Православная Церковь молитвенно прославляет святых преподобных отцев в Святогорской лавре почивающих. Это светила, которые своей любовью к Богу, своей благочестивой жизнью были украшением земли, а сегодня они являются молитвенниками за всех нас грешных. И в эти дни мы наслаждаемся воспоминанием таинства Рождества Пресвятой Девы Марии, которая стала плодом великой смиренной молитвы и которая стала лестницей, которая соединила небо с землей. Она стала сосудом, стамной, в которую вместился хлеб жизни. Пресвятая Дева Мария стала богоизбранным сосудом,
от которого взял себе плоть и кровь, Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. Эту человеческую природу Спаситель освятил, очистил и спас. Это великое спасение человеческого рода совершилось на кресте, когда Спаситель, объявший всех своей божественной любовью, вольно пострадал на кресте, как человек, разорвав на нем рукосписание наших согрешений. И Церковь говорит, что как некогда Моисей вознес змею в пустыне, так и Сын Человеческий вознесся на Древо Крестное. В священной истории говорится о том, что когда еврейский народ шел из Египта в обетованную землю, то по дороге они грешили, они тороптали, им было неудобно в пустыне, им не хватало еды, у них не было воды. И они роптали, и этим оскорбляли Бога, который вел их к лучшей жизни. И Господь попустил, что на них начали нападать змеи в пустыне, жалили их, и кто был ужален змеей, тот умирал. И Моисей начал молиться Богу, чтобы Господь избавил людей от этого наказания. И Господь сказал Моисею: «Сделай медного змея и повесь его на знамени». Толковники говорят, что это было знамение именно изображение креста. «Повесь его на это знамени, и кто, если кого укусит змея, и он подойдет и посмотрит на это знамени, то получит исцеление». И действительно было так. Кто был укушен змеей, приходил, взирал на это знамение и получал исцеление. Вот это знамение, это было прообразом животворящего креста, на котором распялся Спаситель. Спаситель взял на себя человеческую природу, но не имел в себе греха. То есть, испытав все искушения, все соблазны этого мира, которые на него восставали так, как на всякого человека, он остался непобедимый, неодолимый этими соблазнами и был един безгрешный. И принес себе эту безгрешную жертву, принес себя к Богу и этим самым искупил нас от наших беззаконий и грехов. Крест является знамением любви. Потому что на крест никто Бога на крест не силой не распял. Он сам захотел, сам зашел и был распят. И этим самым Господь напоминает нам, что для того, чтобы взойти на небо и быть со Христом, мы должны на земле сораспяться Христу. Мы должны себя распять на кресте и быть мертвыми для мира, и мир должен быть распятым на кресте и быть мертвым для нас. Как совершается это распятие человека на кресте для мира? Конечно, это не в буквальном смысле взять гвозди, взять какие-то там узы, себя привязать к кресту. К кресту пригвождается тот человек, который связывает себя божественным законом. Спаситель сказал, что меня тот любит, который исполняет мои заповеди. И чтобы показать свою любовь к Богу, мы должны засвидетельствовать это не декларациями своими, не какими-то заявлениями и восторженными восклицаниями. Мы должны об этом засвидетельствовать своей жизнью. То есть, если мы живем по закону Божию, значит, мы любим Бога. Если мы живем не по закону Божию и говорим, что мы любим Бога и бьем себя в груди, мы обманываем себя и тех, кто нас слушает.
Поэтому привязывает себя человек к кресту, распинает себя человек к кресту через божественные заповеди. Заповедями Божьими человек себя связывает. Ему хочется кого-то убить, а заповедь Божия говорит «не убей». И человеку хочется украсть, а заповедь Божия говорит «не кради». Человеку хочется кого-то ненавидеть, а Господь говорит, нельзя никого ненавидеть, любите врагов ваших. И таким образом, когда человек себя ставит в рамки божественного закона, то он себя связывает и делает себя мертвым для мира. То есть мир ему предлагает соблазны, а он на них не реагирует, он на них не отвечает. Вот этому учит нас сегодняшний праздник, сегодняшнее воспоминание того, что как змей был вознесен в пустыне, так и Сын Человеческий будет вознесен. Преподобные отцы, память которых мы сегодня совершаем, преподобные отцы святогорские, они себя распяли миру. И распяли себя очень тесно и жестоко. Потому они стали преподобными. И они служили Богу, как правило, от юности своей. И это распятие Христу было не один раз в жизни, а каждый день и каждый час. Когда приходит человеку соблазн, когда ему хочется сделать что-то плохое, он должен в это время себя распинать Христу через воспоминание божественных заповедей и через покорение себя этим законом. Поэтому, проживший на земле по человеческим измерениям такой скромной, незаметной, в тени находящейся жизнью, преподобные отцы, после их представления ко Господу, прославлены Богом, и стали такими, к которым идут люди, идут и десятками, сотнями, тысячами, идут к ним, просят у них милости и молитв, и получают ответ. Потому что если бы не получали мы ответ в своих прошениях, в своих желаниях от молитв преподобных отцев, человек пошел бы к ним один раз, и больше сюда бы стопы его не направлялись. Поскольку мы ходим сюда и раз, и второй раз, и много раз, то это говорит о том, что это живые источники благодати Божьей, которые питают нас в этой земной жизни и помогают нам достойно совершать ее. Пусть молитвами Преблагословенной Девы Марии, молитвами преподобных отцев святогорских, память которых мы совершаем, Господь укрепляет каждого из нас. И каждый из нас должен помнить, что связывать себя божественными узами, узами божественной любви человек должен добровольно. Не ждать, пока ему захочется это сделать. Он может ждать очень долго и может не дождаться этого. Он должен заставлять себя каждый день вязать себя, сам себя вязать этими узами божественной любви. Сначала кажется, что это очень, приводит человеку в унылый образ жизни, что человеку скучно будет, ему ничего нельзя будет, он будет какой-то такой, слишком ограниченный. На самом деле, когда человек начинает себя связывать для мира и не простирает руки свои к греху, он получает от Бога такое утешение, которые никто даже не может себе представить, если он сам этого не сделает. Он получает ту радость, тот мир, то счастье, которого люди все ищут. Один ищет его в богатстве, другой ищет его в каких-то там земных положениях, там, в славе человеческой, третий там еще в чем-то, каких-то там, в алкоголе или наркотиках. Но все ищут этого счастья. А находит его тот, кто себя связывает божественными узами священных заповедей Божьих. И пусть Господь помогает нам, чтобы мы себя заставляли не делать грех и делать добро. Тогда будет благословение Божие на нас,
и молитвами Пресвятой Девы Марии и преподобных святогорских Господь поможет нам пройти благополучно земное странствование и достигнуть вечной жизни в Царстве Небесном во Христе Иисусе Господе нашим, которому от нас слава, честь и поклонение ныне бесконечные веки. Аминь. Всем си, от сия души и от сего помышления нашего рцем. Господи, помилуй. Господи, Вседержитель Божий, Отец наших, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине и Отце нашем, блаженнейшем митрополите Онуфрии. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, стране нашей, властях и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. О братьях наших, священницах, священномонасях и о всем во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарсях православных и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, сде лежащих и повсюду православных. Милостивным оком презрите на люди земли украинские и сотворите ю непреоборимо от распри творящих. Молим Тя, милосердый Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Твою нам, еже любите Тебе, Бога нашего,
и ближнего своего, сотвори до ненависти, вражды, обиды, мздоимства, кровопролития и прочая беззакония прекратятся. Истинная же любовь да царствует в людях земли украинские. Молимтеся, Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй. О плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Человека любит Бог Иси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Святителю Господи, многомилостивый, прими молитвы и смиренные слезы наши, приносимые пред святым алтарем Твоим, все время беды и скорби народа Твоего, прими предстательство всех святых сродников наших, коих призываем ныне на помощь и заступление, дабы свет любви Твоя, явленный на кресте Твоем, просветил всякого человека, стражащего мира сем, и во тьме вражды и беззаконий сущим, прими ходатайство святого и благоверного, князя Владимира, крестителя и просветителя земли нашей, прими молитву стастотерпцев, святых Бориса и Глеба, научающих не поднимать руки свои я, на брата своего, прими заступничество угодников Твоих, Антония, Феодосия, и молитвы святых преподобных отцев, святого, сей святей лаври просиявших, и с ними всех преподобных мужей и жен, слезами покаяния души своих почестнее умиливших, прими подвиг новомучеников, исповедников, страданием своими спасительную веру в Тебя нам сохранивших, прими прошение всех святых церкви Твоя, трудами своими землю нашу освятивших, прими прошение преподобного Силуана Афонского, и наипаче прими молитвенный покров Пресвятой Матери Твоя, Владычице нашей Богородицы, Преснодеве Марии, я же непростыдный предстательствую люди Твоя множество избавления не бывша, от всякие вражды междоусобные брани, услышанный Боже Спасителю наш, и милости, милости буди, Владыко, ко всем стражащим и обремененным. И остави нам долги наши, научай нас оставлять обиды должником нашим, и преклони гнев Твой на милость Твою, усмиряй всякие крамоли и нестроение в державе нашей, яко Ты и сидел благий человек, любивый Бог наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Помилуй нас, Боже, повелице милости Твоей, молимтеся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Представленного митрополита Иринея, архиепископа Феофана, почившие братья и святые обители сия, иоеже проститеся им всякому прегрешению,
вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якобы Господь Бог осенит души их, и где же праведные упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия Царства Небесного и оставление грехов их у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Ты си воскресение и живот, и покой усопших рав Твоих, но представленного митрополита Иринея, но представленного архиепископа Феофана, почивший братья и святые обители сия Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем, за безначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Оглашение Господи ми. Господи помилуй. Помолимся, да Господь помилует и. Господи помилуй. Огласите славы истины. Господи помилуй. Открыть им Евангелие правды. Господи помилуй. Соедините святей своей соборной апостоль всей церкви. Господи помилуй. Господи, помилуй. Отношение главы ваше, Господи, ми, преклоните. Тебе, Господи. Славит пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Оглашение изыдите. Оглашение изыдите. Лица оглашение изыдите. Да никто от оглашенных и лицеверней поки-поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Премудрость. Яко подобает Тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. На свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. На мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся. Господи, помилуй. Благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от
всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй! Наступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй! И мудрость! Якода под державою Твоею всегда храним и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкого Сергия Лавры, Священного Архимандрита и Господина Высокопреосвященнейшего Архангела, Митрополита Одесского и Измаильского и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Илариона, Митрополита Донецкого и Мариупольского и Господина Высокопреосвященнейшего Павла, Митрополита Вишгородского и Чернобыльского и Господина Высокопреосвященнейшего Митрофана, Митрополита Луганского и Алчевского и Господина Высокопреосвященнейшего Антония, Митрополита Борисовского и Барвоскаго и Господина Высокопреосвященнейшего Онуфрия, Митрополита Харьковского и Богодуховского и Господина Высокопреосвященнейшего Арсения, Митрополита Святогорского и Господина Высокопреосвященнейшего Митрофана, Митрополита Горловского и Славянского и Господина Высокопреосвященнейшего Елисея, Митрополита Изюмского и Купинского и Господина Высокопреосвященнейшего Алипия, архиепископа Краснолиманского и Господина Высокопреосвященнейшего Варнаву, архиепископа Макеевского и Господина Высокопреосвященнейшего Феодора, архиепископа Мукачевского и Ужгородского и Господина Высокопреосвященнейшего Пантелеимона, архиепископа Ровенковского и Свердловского и Господина Высокопреосвященнейшего Александра, архиепископа Родницкого и Господина Высокопреосвященнейшего Владимира, архиепископа Каменского и Чаричанского и Господина Высокопреосвященнейшего Никодима, архиепископа Северодонецкого и Старобельского и Господина Высокопреосвященнейшего Климента, архиепископа Ирпенского и Господина Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского и Господина Преосвященнейшего Диодора, епископа Южнинского. Да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Господина и Отца нашего блаженнейшего Ануфрия, митрополита Киевского и всея Украины, и Свято-Успенские, Киево-Печерские лавры, священного архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство Ежево Христе диаконство, весь священнический и монашеский чин, и пичи церковный, братья и святые лавры сия, да поминет вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Святите, святые.
блаженны честных дарех, Господа помолимся. О святом храме с всем и с верой благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господа помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господа помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Днесяго совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Мирно, верно, наставника, хранителя, души телес наших, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашего Городицы и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Щедротами родно Сына Твоего, с Ним же благословен и си, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Единомыслием исповемым. Отца и Сына и Святого Духа, Твоим Он мне.
Иисуса Христа, и люби Бога и Отца, и причастие Святого Духа, буди со всеми вами. Горе, имеем сердца. Господи, Господи, Господи,
песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще. Thank you.
Изрядно пресвяти, пречисти, преблагословенье, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкого Серхиева Лавры, Священного Архимандрита и всякого епископства православных, их же дары святей Твоей Церкви, миры целые, честные, здравы, долоденствующие, правоправящие, Слово Твое истины. Первых помяни, Господи, Господина и Отца нашего Ануфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, Свято-Успенский, Киево-Печерский, Лавры, Священного Архимандрита, Его же даруй святей Твоей Церкви, мире цело, честно, здраво, долгоденствующая, правоправящая, Слово Твое истины. Господина и Отца нашего Ануфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Свято-Успенские Киево-Печерские Лавры, Священно-Архимандрита, Господина Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаилевского, Господина нашего Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Донецкого и Мариуполевского, Господина Высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Вышгородского и Чернобыльского, Господина Высокопреосвященнейшего Митрофана, митрополита Луганского и Алчевского, Господина Высокопреосвященнейшего Антония, митрополита Бориспольского и Броварского,
господина Высокопреосвященнейшего Ануфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, господина нашего Высокопреосвященнейшего Арсения, митрополита Святогорского, господина Высокопреосвященнейшего Митрофана, митрополита Горловского и Славянского, господина Высокопреосвященнейшего Елисея, митрополита Изюмского и Купиновского, господина Высокопреосвященнейшего Алипия, архиепископа Краснолиманского, господина Высокопреосвященнейшего Варнаву, архиепископа Макеевского, господина Высокопреосвященнейшего Феодора, архиепископа Мукачевского и Ужгородского, господина Высокопреосвященнейшего Пантелеимона, архиепископа Ровеньковского и Свердловского, господина Высокопреосвященнейшего Александра, архиепископа Городницкого, господина Высокопреосвященнейшего Владимира, архиепископа Каменского и Царичановского, господина Высокопреосвященнейшего Никодима, архиепископа Северодонецкого и Старобелецкого, господина Высокопреосвященнейшего Климента, архиепископа Ирпеновского, господина Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского, господина Преосвященнейшего Диодора, епископа Южининского, приносящих святые дары сия, Господи, Богу нашему, во преосвященных митрополитих, архиепископих и епископих, во всем священниче земи и начисем чине, во Богом хранимей стране нашей, о властях и воинствиям, о мире всего мира, о благостоянии святых Божией церквей, о спасении и помощи с отчаянием и страхом Божиим трудающихся и служащих, о исцелении немощих лежащих, о успении слабе, блажении памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и иже киждом помышлении иметь, и о всех, и за все. Единим сердцем славите и воспевайте пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Святые, повернувши паки и паки, миром Господу помолимся. О пресвященных и освященных честных дарях Господу помолимся. Когда человек любит Бог наш, прием его святый пренебесный мысленный свой жертвенник, во неблагоухание духовного, вознес послед нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Всего
совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ елес наших, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим, и мира, мира, и Господа просим. Все время живота нашего в мире и покаянии скончати, о Господа просим. Христианские кончины живота нашего без болезни, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Соединение веры, причастие Святого Духа и спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, со дерзновением неосужденно смети призывати, Тебе, Небесного Бога, Отца, и глаголати. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и отцари нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Благодати и щедротами человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Святая, святые.
приступите. Благословенны делай на Господне, Господи, явися нам. Причастники, выслушайте слова молитвы перед святым причастием. Верую, Господи, исповедую, яко ты се воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды мир грешный спаси, от ниже первый есть аз. Еще веру, яко се самое пречистое тело Твое, се самое честное кроты, молюся, уба Тебе, помилуй мя, и прости прегрешение мое, вольное, невольное, я же словом, я же делом, я же видением и неведением, исподоби мя неосужденно, причаститесь о пречистых Твоих таинств, восставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайны, дни, Сыне Божий, причастниками прими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзанье Ти дам, яко Иуда. Но яко разбойник исповедую Тебя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Истинный Бог наш, молитвами пречистые Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, святого апостола Андрея Первозванного, и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, святых равноапостольных, великих князей Владимира и Ольги, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца, святителя Василия Великого, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, преподобных и богоносных отец наших, Антоний Феодосий, всех печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Игумена Почаевского, Серафима Саровского, преподобного Силуана Афонского, преподобных отцев, святей лаврей сей просиявших, их же и памятни не совершаем, святых и праведных Боотец Иоакима и Анны, и всех святых, поминайте и спасет нас, яко благ и человеку любит. Исповайте, Господа. Коли в кроне воли Oh.
ваше блаженство, ваше высокопреосвященство, преосвященство, все честные отцы, дорогие братья и сестры, паломники нашей святой обители. Вместе с псалмопевцем Давидом сегодня хочется сказать такие слова: «Сей день, Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Сегодняшний день торжества в Святых Горах на Донце, в святой обители, в нашей Свято-Успенской Святогорской Лавре. Мы сегодня отмечаем 25-летний юбилей восстановления святой обители, восстановления монашеской жизни в этом святом месте. Из истории, последние 25 лет из истории обители, это время особенное для нас и для жителей святой обители, и для паломников. В истории нашей обители, ваше блаженство, несколько раз обитель приходила до опустения. Но самый последний период, который был безбожный период нашей жизни, нашей церкви, показал нам всем о том, что Бог не в силе, а Бог в правде. Обитель была полностью разорена. Ни одного крестного знамени не было на святынях нашего монастыря. Превратили в вертеп разбойников это святое место безбожники, но молитвами наших ныне славимых преподобных отцев, особым покровом Пресвятой Владычицы Богородицы, воссияла наша обитель, и мы сегодня вместе с вами празднуем торжественно юбилей 25-летия восстановления нашей Свято-Успенской Святогорской Лавры. За 25 лет восстановлены все храмы, восстановлена монашеская жизнь, и за 25 лет последних через стены Святой Лавры нашей прошли много-много тысяч людей. Много людей познало Бога, многие принесли покаяние сюда, многие научились веровать, потому что трудами братья нашей святой обители люди обрели здесь прекрасное место душевного отдыха. Сегодня на Донбассе особенный период нашей жизни. Донбасс огнедышущий. Донбасс находится в состоянии войны. Донбасс переживает ту братоубийственную смуту, которую церковь не благословляет и не принимает как нормальное существование жизни. Враг рода человеческого всеял плевелы, всеял в сердца тех людей, которые довели к состоянию тому, который сегодня есть на Донбассе. Ваше блаженство, вы приехали к нам как миротворец, как человек, который принес мир, несет мир людям и нашей стране. Вы с этим миром прибыли сегодня для нас, к нам, для того, чтобы поддержать наши духовные силы, и не только духовные, но и физические, чтобы вместе с вами, вместе с людьми Божьими, которые прибыли сюда из Донбасса, из Харьковской области, из других областей Украины, вместе засвидетельствовать наше единство и нашу святую православную веру. Мы верим в то, что сегодня Господь нас слышит. Верим в то, что Господь поменяет свое отношение к нам и пошлет свой благословенный нам мир. Нам мир необходим для дальнейшей нашей жизни. И сегодня обитель, вы были свидетелем этого, что обитель превратилась не только в монашеское место монашеских подвигов, но и тысячи, и сотни людей нашли здесь свое пристанище. Обитель несколько лет уже является местом беженцев. Сегодня пел хор на Запричастном. Это хор из тех людей, которые здесь нашли нашли свое место пребывания. И сегодня мы вместе,
рады вас приветствовать, и беженцы, и монашествующие, и паломники, и духовенство наших двух епархий, Горловской и Донецкой епархии, прибыли для того, чтобы встретиться со своим предстоятелем. Мы сердечно благодарим ваше блаженство за то, что вы вместе сегодня с нами, что вместе мы вознесли молитвы к престолу Всевышнему. Мы рады за то, что Матерь Божия нас не оставляет, она нас покрывает святым своим омофором. Ваше блаженство, примите от меня лично, от братьев, епископата Донбасса, самые искренние слова признательности и любви к вам, и уважения, и благодарим вас за ваши святые молитвы. Мы верим, что молитвами преподобных и богоносных отцев наших, которые просияли в этом святом месте на Донце, Господь и поменяет свою милость пошлет нам для дальнейшей нашей жизни. И верим в то, что Матерь Божья всегда будет нашей усердной заступницей у престола Всевышнего. Благодарю вас, ваше блаженство, за ваши молитвы. Пусть Господь вам помогает и поздравляю вас с большим праздником нынешней нашей святой обители. Сердечно благодарю вас, дорогой владыка митрополит Иларион, за добрые слова братского приветствия. Сегодня действительно большой день, потому что сегодня мы прославляем духовные плоды этой земли, которую эта земля принесла престолу Всевышнего. Это святые угодники, которые являются светилами на небосклоне, не церковном, являются украшением и пользой для земли и для тех, кто живет на ней. Святые не только молятся за нас, они являются для нас примером того, что мы должны також быть святыми. Мы должны стараться подражать их подвигу. Подвиг преподобных отцов состоял не только в одной молитве. Они терпели, они смирялись, они делали добро тем, которые их ненавидели, они благословляли тех, кто их проклинал. И этот подвиг ежедневного борения против сил зла и старания подчинить себе воле Божьей, он привел их в состояние святости, и Святая Церковь их прославила, явила миру для того, чтобы в них мы имели пример для подражания. В эти сложные дни мы преклоняемся перед вами, дорогой владыка Иларион, перед всеми святителями, которые служат и в этой обители, и вообще на Донбассе, преклоняемся перед вами, потому что вы несете такой крест, который нам только где-то умственно можно себе представить, умозрительно, но пережить полностью и понять до конца никто не в состоянии, кроме того, кто его несет. И вы своим терпеливым подвигом, который вы совершаете в этом, на этой благословенной земле, вы соединяете то, что зло старается разъединить. Вы примиряете людей и напоминаете им о том, что все мы являемся детьми Божьими. И то, что мы земное делим там и друг друга за это выцарапаем глаза, это все останется, даже если человек все это соберет себе и сядет сверху на эту кучу добра, сокровищ, он все равно оставляет все и с ничем уходит с мира, как с ничем он пришел. Мы желаем вам, дорогой владыка, помощи Божьей, терпения. Терпение – это очень большое, сильное оружие, которое христиане употребляют и которым они побеждают то, что кажется непобедимым. И мы верим, что Господь применит те судьбы, которые мы сегодня переживаем, и то испытание, которое имеет начало, которое здесь совершается, оно будет иметь и конец. Потому что на земле ничего не бывает вечного. И радость временная, и скорби, печали також временные. И мы верим, что придет тот день, придет тот час. Возможно, это не будет в одну секунду, но наступит мир тут, и Божья благодать, Божье благословение. И главное, чтобы мы остались в этих испытаниях людьми, чтобы мы не потеряли свой человеческий образ. Но, видя, общаясь с вами, я вижу, что вы
ну, знаю вас, владыко, не один год. И я, ну, хочу сказать вам, что в этих испытаниях вы стали еще лучше. Вы были хорошие, вы стали еще лучше. Спасибо. Это не лесть вам, это просто такая, хотя я не хотел это говорить, но признался. Потому что скорби, они печалят человека, но они это те горькие лекарства, которые делают человека здоровым, более красивым, более благородным. И эти лекарства очень как благотворно вы приняли, они на вас подействовали. Я думаю, что это зависит от успеха действия лекарства, зависит от желания человека. Есть такой человек, которому дают лекарства, он хочет, это не буду, это горькое, это не буду, потому что соленое, это кислое, давайте мне сладкого. Но сладким далеко не поедешь. Вот. А если человек принимает от Бога ту горечь, ту неприятность, и то, что ему неприятно для его сердца, это есть те лекарства, которые человека делают более духовно совершенным. И пусть молитвами преподобных отцев, которые прожили не лучшие времена, пусть Господь помогает нам перенести все с благодарностью, смирением, с любовью и терпением один к другому. И увидеть благословенный мир на этой земле, на нашей украинской земле и во всем мире. С праздником! Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Thank you.
и паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй! Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй! Чистая, преблагословенная, славная Владычица наша Богородица и Преснодева Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, и царь мира, и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, пред миром и пред вечным житей свою временная и суетная мини, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
святаго Евангелия, Господу Богу моли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Израиль спрости, услышим святаго Евангелия. Все. Отцем моим, и никто же знает сына, тот мой отец, и отца, кто знает, тот мой сын, и мужащий волит сын открытий. Придите ко мне, все труждающиеся обременения, и аз упокою вы, возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня. Яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое благо, и бремя мое легко Величай, душа.
Высокопреосвященнейшем митрополите Иларионе, и о господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Арсении, о преосвященных митрополите, архиепископе и епископе, и всей во Христе, братья наши. Богохраними в стране нашей, православных властях и воинстве ее, дай тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братию, и за все христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих море и далече, и милостив, милостив буди владыко в грехах наших и помилуйны. Милостивое человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богу подобным отцем нашим святогорским помолимся. Отці наші святого всі, життями подвигами своїми, стяжавши нетленної венці небесної слави і водворившись со святими вічних обітелів, нам земним, як всі безцінної сокровищі, мощі свої оставили єсте, на них же взираючи, молим вас теплим, серцем умиленним і сокрушенним, і з глибини душі нашої взиваю к вам, друзі Христові, не оставите предстательством вашим, святые обители, ниже трудолюбно подвязались и есте, место сему славу и благодать от Бога стяжав, и в самое место сие, во свидетельство святости жития вашего, святыми горами наречено бысь, не оставьте нас сиры, духовные сродницы наши и собратья, призрите на нас, молитвами вашими поддержите наши немощные молитвы к Творцу всяческих и спустите у подателя вечных благ мир в днях наших, церковь незыблемо от ереси и расколов, молитвами вашими сохраните, Отечество наше безмятежно соблюдите, дух покаяния и памятования Господи, Его святых заповедей в сердцах наших насадите, расслабленные души наши сном греховным и мною леностью, памятью смертную и мыслью о будущем воздаянии оживите, укрепите добрые намерения нас, немощных, помозите самим делом, исполните заповеди Христовы, да поживем во всякой благочестии и чистоте, кончину живота нашего, исполнено покаяние святых тайн причастно,
и спросите у Господа даровать нам, грешным и недостойным, с любовью и память вашу совершающим, благодетелям и доброделающим сотворите достойные, да милостыни их пред престолом Божиим предстанут во спасение душ их, братья и всем православным христианам, даруйте дух любви, единомыслия, дух смирения, кротости, искание единого на потребу, жажду жизни духовные, ей же возжадали в житии своем и напоение бывшее от источника жизни, просите и наши иссохшие умы и неплодные души, да и мы, взирая на пример жития вашего, принесем плод жизни во благочестии, стремясь к блаженной вечности со Христом Спасителем, Ему же со слава со Отцем и Святым Духом во веки веков. Православным властям, воинству и народу не я, благотворителям, строителям, читарам святые обители сия, всем, где предстоящим и молящимся, и всем православным христианам, подашь, Господи, благоденственное мирное житие, здравие же и спасение во всем, благое поспешение, и сохрани их на многое и благое лето.